персональная выставка – важное событие в жизни художника, особенно если ее открытие совпадает с днем рождения. Валерию Плотникову знают в нашем городе как руководителя детской студии живописи. Взрослой аудитории она известна как автор портретов. Это чувство, любовь и красота. Все эти портреты пропитаны эмоциями для меня и для людей, которые их получили. Они вызвали бурю, такую бурю чувств. И вот я собрала действительно такие портреты, от которых были потрясающие отзывы. Для меня это очень важно в работе, показывать эмоции, любовь и взаимодействие персонажей. В числе гостей презентации в основном друзья и партнеры по различным проектам. Большинство из них хорошо знают друг друга. Дружеское, теплое, душевное мероприятие, где собраны интересные картины Валерии, которые она умеет делать красиво, с душой, с любовью. То есть интересные люди, много очень друзей и много новых людей, с которыми можно пообщаться, поделиться опытом и познакомиться. Мы с Валерией знакомы давно, уже порядка 10 лет, дружим, сейчас ведем совместный проект. Мне очень нравится, как она рисует, но все не могу попасть на ее мастер-класс. Мне кажется, это очень красиво, круто. Рассказывала о нескольких своих картинах, которые смогла написать в течение одного часа. То есть настолько ее вдохновили люди, и случилось все это на одном дыхании. То, с каким вдохновением может работать Валерия, гости выставки смогли оценить в рамках этого арт-перформанса. Картина родилась буквально за 5 минут прямо на глазах у зрителей.